дня, мои дорогие подписчики. Сегодня у нас новые загрузки в аппарате. Мотайка. Очень много классных игрушек. Снова вижу дракона этого глазастого. Он уже здесь. Здесь кенгуру, конечно, удачно лежит. Видно, его пробовали. Также панда такая вот милая. Я думаю, что они берут их с одной и той же базы. Так, лев у нас тут закопанный сидит. Ну, таких кенгуру вытаскивала я и вы. Мы все вытаскивали этих кенгуру уже, конечно. Вот такая вот очень интересная игрушка. Какой-то милый енот. Но просится кенгуру на самом деле, потому что она здесь самая удобная, как мы видим. Вот. Поэтому остальные здесь закопаны, прикопаны. В общем, сами понимаете, ребят. Кенгуру. Ну, конечно, не высшие пробы. Ну, что поделаешь. Ну, вот этот мне, конечно, очень нравится, товарищ. Очень. Очень. Но кенгуру тоже неплохая. Пробуем. Она все-таки большая игрушечка. Если удастся ее перекинуть, если мы сможем ее перекинуть, то, возможно, мы с вами попробуем достать еще кого-то. Но, честно говоря, слишком копать уже не хочется, потому что вот такого льва копали-копали. Ну, в общем, он и особо не копается. Так что, конечно же, будем пробовать ее. Пусть копает кто-то другой, на самом деле. Так, пробуем. Пробуем. Опля, держим, держим, держим. И он снова перевернулся. Я бы даже хотела, может быть, ту панду в очках. Она у меня уже есть, но можно еще раз попробовать, конечно. Эту панду. Ну и кенгуру прикольная. Тоже такая смешная игрушка. Часто появляется в аппаратах. Многие ее тянут, потому что она лежит на открытой поверхности. Я думаю, мы тоже ее будем пробовать. Эту кенгу. Но он ее бросает. Времени видео у меня осталось не так много. Поэтому здесь аппарат гладящий. Попробуем достать кого-то одного. Ну и, собственно, наверное, потом видео закончим. Все игрушки хорошие. Ну, маленькие, конечно, игрушки дешман. А вот то, что побольше. О, смотрите, нам сегодня повезло. Нам сегодня повезло. И главное, что нам повезло на последней попыточке. Давайте посмотрим, кого нам удалось сегодня достать. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, кто у нас тут? Вот у нас кто. Ну что, ребята, наш сегодняшний улов. Вот такой вот, это у нас дракончик в одном аппаратике пришел. Этот кенгуреночек номер один пришел в другом аппаратике. Поэтому подписывайтесь на наш канал Game Country, ждите наших новых игр, ставьте лайки. И пишите в комментариях, кому также доставался такой кенгуреночек номер один. Или такой дракошка. И всем пока-пока. До новых встреч. До новых игр. Пока-пока, ребята. До новых встреч.